Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать, как в домашних условиях сделать одну из самых популярных салонных процедур, а именно это счастье для волос. Я относительно недавно сделала эту процедуру в салоне, именно на Olaplex тройке, именно на вот этом, так скажем, продукте осуществляется вот эта процедура. И я понимаю, что в принципе переплачивать в 3 раза дороже, чем просто купить вот эту крутую баночку, в принципе, смысла нет. Да и эту баночку можно использовать, ну, я думаю, 5 раз. Вы можете делать 1 неделю, 2 недели, после окрашивания каждый раз, 3 недели, 4 недели. У кого, как, так скажем, требует состояние волос. Секрет классного счастья для волос в домашних условиях. Первое, это, как я сказала, Olaplex тройка. Мы будем сегодня использовать нанесение, все это будем мы делать с вами вместе. Сейчас просто расскажу, что вам нужно приготовить. Это шампунь и кондиционер. В моем случае это Матрикс. Обязательно линейка должна быть именно на восстановление волос. То есть у меня это Матрикс, вы можете использовать любой другой шампунь и кондиционер, бальзам из профессионального сегмента. Это важно. И мы будем финалить эту процедуру вот такой вот термозащитой 10 в 1 от L'Oréal Professionnel серия Expert. Вот такой вот 10 в 1. Опять же, можете какую-то классную термозащиту или несмываемый уход то же самое взять, но я советую делать именно вот такой в комбинации, как я. Вы увидите, какие классные, шелковистые, блестящие, здоровые, лосковые волосы получатся. Давайте, меньше слов, больше дела, начинаем. Я уже помыла волосы просто шампунем и расчесала их. Давайте, предлагаю прочесать их еще раз. Даже знаете, что сделаем? Они у меня чуть-чуть подсохли. Я вот сейчас намочу расческу и их просто намочу еще. Так, я прям хорошо намочила волосы. Теперь разделяем на ряды. Вот то же самое мне делали в салоне. И я вам это, собственно говоря, демонстрирую. Значит, вот так прочесываем. Волосы должны быть мокрые и ровные. Так, примерно одинаково. И теперь что мы начинаем делать? Значит, и наносим. Я вот так вот, смотрите. Прям по волосам иду. Вот у меня вот здесь лично есть проблемная зона. Поэтому прям, вот видите, вот даже путаются волосы. Вот так вот втираю прям волосы в ровные, чтобы прям максимально все впиталось у меня. После того, как я, видите, прям повтирала, я это проделываю еще раз. Примерно вот такое количество беру. И вот так вот это все делаем. Наносим, кстати, по всей длине. Это важный момент. После этого я буду держать где-то 1/2 часа на волосах. Вот, видите, та же проблемная зона. А, путаются. Так, еще раз. После того, как мы нанесли полностью по всей длине, по всем прядям, я еще прохожусь вот так вот, чтобы точно везде-везде нанести. Вот так вот финалю. И смотрите, что мы делаем. Вот, кстати, у меня там еще есть проблемная зона сзади. Я вот там вот тоже наношу. И вы также, пожалуйста, по всем своим проблемным зонам проходитесь. И потом я просто все это закручиваю. Вот так вот. И с помощью резиночки, у кого есть крабик,
Вот так вот оставляю это на полчаса. У кого время позволяет больше, оставляем на час, на два, как хотите. Чем больше, тем лучше в этом случае. Но в салоне, дабы сэкономить время, мне всего лишь оставили на 10 минут. А тут мы можем сами все контролировать, нанесение. Да и не во всех салонах, как мне, вот эту баночку отдают с собой. А у меня, кстати, еще тут на один раз осталось. Смотрите, Olaplex волос я уже смыла. Теперь сейчас у меня на волосах кондиционер. Я буквально 2 минутки подержу, так всегда делают в хороших салонах, для того, чтобы, так скажем, состав закрыть в волосах, как бы запечатать, сделать такую, условно скажем, пленку. Поговаривают, что если мытье головы прям завершать холодной, не ледяной прям вообще водой, а просто такой холодной, тогда волосы будут и легче расчесываться, и блеск какой-то будет. Ну, в общем, вы понимаете, это благодаря тому, что чешуйки закрываются. Так, ну что ж, наша процедура уже близится к концу. Я смыла с кондиционером волосы, закрыла состав внутри. Теперь сейчас волосы немножко впитаются в полотенце и будем наносить несмываемый наш уход. Посмотрите, какие волосы будут в конце. Обязательно запишу вам результат и дам честный отзыв обязательно, как мне эта процедура. Я не могу не подчеркнуть и не сказать о том, что обязательно хорошо смывайте составы, хорошо смывайте кондиционер. Перед этой процедурой хорошенечко промойте свои волосы, чтобы в концовке не было эффекта грязных волос. Так, берем, значит, в моем случае это 10 в одном и начинаю наносить по волосам. Все. И теперь, конечно же, расчесываю волосы и будем переходить к финальному этапу – сушка волос. Ну что ж, прошу вас, результат к вашему вниманию. Вот волосы. Блестящие, шелковистые, легко расчесываемые. Вот видно сразу здоровый блеск, и голова чистая, нет вот этого эффекта перегруженности, что волосы как будто бы не мылись уже совсем давно. Голова чистая, в то же время ухоженная. В общем, класс. Только что посмотрела в зеркало, но это, конечно, кайф. Здоровые, живые, шелковистые, такие напитанные волосы и здоровые. Ну, какой же кайф. Мне кажется, для каждой девочки такие волосы это будут за радость. И в то же время мы сами поухаживали за собой. Я была рада поделиться с вами вот такой вот классной салонной техникой, которую очень просто, буквально там за час, можно сделать дома. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол для того, чтобы быть в курсе всех событий и не терять меня из виду. С вами была ваша Карина. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам данный способ счастья для волос и сделали ли вы, и как вообще эффект. В общем, все пишите, все читаю и на все отвечаю. До встречи в моих следующих роликах. Пока-пока!